Вроде там получал Токена. Не брал Токен, не брал, нет. Так вот, насчет того, типа, чтобы ты затаунтил. Просто проф до середины комнаты начал бежать, а если бы ты затаунтил под столом, он бы там бы остался. А протопаладин, типа, не мог забрать, он тоже стоял в стане, был на переходке. Единственный ты, типа, кто это мог сделать, мог бы просто прожать 50 и забрать на себя. У тебя бы там никак не сложил, даже был бы это ретрик, ничего не сделал. Там Верион тут, бля, бешено дамажит. Я дойду хапала пока, не было, черную минутку. По 40 тысяч просто. Могу тайну открыть, можно перед тем, как профы переведут, просто к столу его подвести и все. Танку подойти к столу, а не всем рейдам. Танку с профом подойти к столу, и всем рейду тоже. Ну, типа на танка бежит, а не на рейд. Точнее, ну, для того, рейд, у кого агробадж. Ну так рейд и танк будет у стола, правильно? Блин, я за километр вас обои повесился. Что вы там падали? Мужиков бы взяли, неплохо. А, говорите, одну кучку и спускайте сюда. Кто еще играет, кроме жмука, Олега? Да тут мало кто играет, я знаю. Почти всяких старичков. Осталось человек 7 сюда перейти, и весь старый состав почти тут был. Будет на X1 еще. Еще одна. Да. Там там нового друида качал. Ну да, у него там заметки. Вверх умирает, а Вуди качает. Все лагает, да? Да не, нормалек. Все как всегда. Подождите, не говорите, я сейчас резну вара. То он там топ-1 по ДПС почти. Да, говорите, я резну. Что там, буду считать? Да, я тупой. Я же хотел взять Т-10. А на X1 на ретрике еще ходили? Какими тринками? Чешка и колба. Ну, чешка с Гера. С обычки хуже. Череп лучше, или выбор. Я типа считаю, что лучше чешка плюс воля. Все проки просто хорошие от воли. Помимо крита, возможно.
БДшки тут что-то напиши. Чем я могу помочь? Да, я тебя видел, Павдин. Просто здесь, короче, немного кобу переделали. Точнее, сделали, как она должна быть. Раньше она тут работала сломанной, из-за этого, типа, все ходили с колбой и чешкой. Типа, стаки от шема набирали тоже, стаки колбы. Из-за этого, ну, она чаще прокала, ну, дамажила. Сейчас это убрали, и только набирает автотака. Стаки колбы. Что угодно. За альянс. Перчи, это 10 тел, короче. Я в ресну схожу. Я его уже ресную. Буду сейчас в ресноне заходить. Два льда, блядь. Это сколько надо еще сюда зайти, чтобы, блядь, плечи купить? А, подходи, один босс еще тебе надо убить, после крови купишь. Так у меня... В смысле, я купил? Два льда. Так иди сюда. У меня дворф короткий, он видишь, ноги маленькие. Бегу изо всех сил. Какой-то бич вообще. О, ебало страшно. Что там, бар, ты на двух или на одном? На двух посижу. Да, на одном паладин посидит. На поле столько было нара. Талдорама не надо. Так, еще раз по танкам кто прослушал? Напуливаешь только Воланара на Лара еще. А Пувар на двоих, да? Да. Ну, давайте все тоже начинаем. Непобедимые воины короля Лича. Теперь... Ставьте только центр хилам, пожалуйста. Восстаньте, был досадным недоразумением. На вихрях разбегаемся, шарик по рейдеру. Так, а тот сейчас скоро будет разбегаться, надо будет. Бежим. Да, факт, вы же выживете. Кибат лаги. Что тут? Ой! Ага, это все, да? Да не, нормально. Ты отведи своих двух боссов отсюда. Да, у меня лаги дикие. Сейчас снова надо будет разбегаться. Не умрите, пожалуйста. Я просто босса телепортируется по комнате. Так, хиллер Д на рейнджу. Смотрим, сейчас будет кастовать, она будет по рейду бежать. Так, фулион, фулион. Я могу отвести его в зеркало подальше. Да ладно, стой же. Можете раздать. Вихрь в ноги. Смотрим, кастует. Кастует на Барбарос. Пал, ты неправильно бьешь или света. Неправильно его держишь. Сейчас будет фаза его, а ты не набрал там агро. Единицы. Уже поздно. Уже иди в Эрдерзона. Кирис это все бейте, паладин прото, нажми стреску. Базарик. Дестроин, дай каплю на протопала. Таунт его пока дай. Анимал Трос, дай капли на протопала. Я тоже дал. Нормально убит. Резайте ДК. Так, кольцо РДшное. Сука, где мой воять? Закиньте Инера Хапава, пожалуйста. Другие ловко. Спасибо. До скорых. Че они тут с каждого падают, что ли? А погнали? Шахреново падает.
Раньше в обычке максимум 3 падало. Сейчас почти с каждого босса. А тут что, ДК вызывают? Бомжей, нет? Да, вызывают. Сверху. Вызывайте, вызывайте, там, на лане они все равно не нужны будут. А чё голову не дали ролить? Что надо кому-то, я тебе задал, сейчас кину на ролик. Я просто за 232 гоняю. А, ну рольте на ГС там. Сейчас дам. У меня там Т9 какой-то, без 40. Капец, 4 бомжа в рейде. Вызовите бомжей, там ДК еще, если есть. Давайте магикаль сюда, паладин и гнев небес кидаем. Буду еще иди, бери сверху. Посилю тебя. Брось. Ой, шаман тотем на ману, поставь, пожалуйста. Кстати, павших. Стой, беда еще. Ты что? Не, мне не надо, это я случайно так. Да, ну ладно. Там отдай кому-нибудь. Хант, ну пуль по магу. История любви, пускай заберет укус. У него вроде самый высокий ДПС. Что там, ты пары на тебя надо, шапка? Ну да, я бы одел однозначно. Чем-то, что так, давайте, подходите, сейчас все подойдут и бафнемся. Наколдуйте пучину, умоляю. Или что там падает? На ретрика. Есть только это, пика падает. Спасибо. Пучина, она так и называется. Крит хаст. А, у нас же в натуре, где электрик есть. Фури там с шемом, с гранью. Две гертрини. Тут нормально ДПС хватит кусать, кого хоть. Либо мага, либо навара. Да, Лема, ёпта. Чек, ку. Не, Лема не дамажит. Соглашусь. Давайте на позицию танки. Вар по готовности. Лёха, я надеюсь, ты в РШ. Ой, блядь, нет. Наберите ренжу, сбегайтесь, пактом, сбегайтесь. Тут 3 хила хилят, сбегайтесь, прещи. И ренжу наберите потом. Это было пол навара, да? Фурика. Ну, Вальнира, беги. Против, встань меня, потому что там что-то зеркало перекидывается постоянно. Так, факт, 2 секунды, готовьтесь сбегаться. Если кидается факт, то все, стопайте, бегите к выводу. Сбегайте, быстрее. И потом бренжу сразу. И нарыхопал. Ой, шаман. Эй, беги, эй. А что ты в мерезоне не стоишь и автоатакой или эту лану не... Так, 2 секунды, готовьтесь сбегать. Давайте, сбежались, а прям резко. Нормально. Кто стартакал правой кнопкой? Кликнул, и нормально. Что-то так, где не постартал, да? Так, ретрики, дайте её. На тьму поставьте кто-то, я дам мастер аур, а кто-то из ретриков на тьму прожмется, кто поставит. Я поставлю. Только
Главное, наберите ренжу сейчас. Если сейчас набираем ренжу, мы выживаем. Давайте, хилят 3 человека. Все в ренжу. Да, факт. Живем, короче, пробуем. Анар, дресни историю любви. Пусть сейчас дадут это как его гимн ХП, потому что будут больно бить пакт. Связайтесь с пактом быстрее. Я говорю. Да нормально, сейчас захилит. Так, Гюзи резает диэлектика, Анар дорезает сон для слабых. Так Анар дорезает уже. Борис, резай диэлектика. Борис, диэлектика. Нормально, успеем убить. Сейчас пакт 2 секунды сбить, и с пактом главное. Слава, освободи ауру во тьмы. Ретрик, у кого мастер аур свободен, поставь ауру во тьмы. Дайте нам сказать. Ну ладно, так добьем. Пак, 2 секунды, готовьтесь. Даже без Гера? Угу. Там КД. Да, я вижу. Типа, я говорю, даже без Гера убили. Чё убивать-то? Зелон. Ну, типа, просто бомжей много, я про это говорю. Так, подожди, отлучь. Сейчас фиры будут. У кого там стоит мастер аура тьмы, скажу, дашь мастер аур. И протопал прожмешь сакру. Отойдите, все в ренжу, главное. Ни в чем. Приз, гимн на ХП, давай прожимаемся все, давай мастер ауры, сакру, давай. Гимн на ману. Гимн на ХП, потом на ману появится. Дайте вам ману. Брать всё ГГ. Какая жалость. Добиваем. Сейчас захилимся. Все нормально, смотри, сейчас 2 секунды, надо с пактом сбежаться, прям резко. Ну, пробуйте. Должны успеть. БРФ нету, в 3 хила хильте. И рост КД. Ливни сам, ливни. Кикни его срейд. Сам ливни, прист. Не тупи. Давайте, последний пакт. 5 секунд у нас сбежит. Давайте, сбегаемся, убиваем. Сбегаемся, не убиваем. Ну, все, убили. Сейчас бронь пробует. Хорош. Пучина? Скажи, нас, да. Лучший шмот. Говно. Насчет того, что кто там спрашивал, что это дает кик с рейда. Типа, чел превращается и начинает дамажить союзников. Когда ты его кикаешь, он пропадает. Типа, никого не дамажит. А, тут сразу типа выкидывается на старт. Да, через 3 секунды. Че хоть, кто ролит эту подвеску? Все? Да, все это, типа, PvP-шная 3. Тогда кикайте чела с рейда и багаются, блять, у доны и все дохнут. Ну да, у хилов багаются эти, как его, хилботы. Кстати, за 5 хилов плюсую, надо было 5 на спектр. Защитник. Там, блядь, люди падали, как, блядь. Это флешка. Флешка, блядь, отхилил вара, и он, куда влез, он все равно сдох. А че, есть кто кинет левитацию какую-то там хуйню? Тредрик, Боб, прожми. Блять, КД. Боб, прожми. Боб? Ну-ка, где это? Давай-ка. Боб да, тоже, да, помогает. Боб физу, да. Хорош. А че, линкни там, Лёха, че нахилили? Че? Да, блять, жопу рвал. Слишком сильно. Да, пал хорош. Да, жесть, он был хил, конечно. Так мне Ваня говорит, иди, говорит, короче, босса руками побей. Там у типов выше 40% ХП не поднимается. Он иди, говорит, руками побей. В смысле, ты идешь к боссу, на автоатаку ставишь и дальше хилишь. А там, когда в перерывах между костами, он там будет автоатакой биться. Да я понимаю, но я не успевал все равно. Мало очень резало не хватало, а было хилить.
Ну, чё стоим танки, пустите. Сейчас рейды хилят, хилы есть, она есть, нормально. Ну, пинг 320 вообще нереально играть. Более танчить. Это нормально, это чудес стало. Так там разрулил печеньки уже. А я в хиле, если чё уже. Типа, если был бы ДЦ, тут шаман с ДЦ прохилил соло. Ну как соло, вдвоём. ДЦ и Б-класс просто. Не, хули пристает вообще. Я вот ДЦ-шкой не играл, но я знаю, что ДЦ-шка это херенная. Типа... Да, однокнопочный. Это однокнопочный, хуже ма. Да, там типа можешь вынести на панели 4-5. Типа щит и все, и нам можно на шестерку поставить только зубы. И хватит. На все кнопки вынести щит такой, ебать. Да, типа наш, немец кликнешь точно. РДД, играйте все в печеньку, в мелики, во вторую. Ну чё, Глора сегодня для меня упадет, да? Может, дар дадите танку? А сейчас снял. Ты за его, он стопом... Блин, как умер, не понял. Майку называется стаки. Я удивлен то, что хилы не сказали, что-то танка пробивает сильно, какой-то танк вата. А то я помню, такие рейды были, когда набираешь 20 стаков, и типа пишут, танк вата, ложится быстро. А бобы не помогают, да, от этих стаков? Нет, нет, это маг. Маг урон вроде. Давайте так, самое РД в печеньку, остальные все... Остальные все, короче, в остальных играх. Бабл спасает. У меня швар. Короче, вчера в змеиное святилище ходили, убили одного босса только. Слепец там, который в демона превращает. А, я его помню, да. Копия еще вылазит у него. А что, сложный инст? Ну, массируй сюда. Да не, не сложный. У меня видосы есть на ютубе. С пацанами в конфе в это ВК орали, короче, с того, как ты записывал гайд на календарь. Это новый уровень игры, я понимаю. Это действительно новый уровень. Да потому что заходишь онлайн, я понял. Вот я собираю рейды, и вот я даже не то, что за день ставлю, я за неделю, сука, ставлю на всю неделю рейд. Вот тупо каждый, вот у меня сейчас зайти, если на сервис, там, блядь, на неделю рейды стоят в календаре. И, сука, и в Дискорде я всю эту хуйню создал канал, там каждый раз обновляю, там тоже все это продублировано. И заходят челики такие. А сегодня какие рейды? И слюни такие изо рта текут, блядь. Похильте, похильте танка, помогите, пожалуйста. Во всех гильдиях так. Я пожал швы. Поэтому и решил такой гайд записать. Ну, спонсоров не было, конечно, пришлось из-за того, что было. Сейчас финансирование слабое. Нужно с ней быстро покончить. Глупый крок. Мирики, бегите сразу за спину. Деньги еще платят за эту фигню. Бегите сразу за спину, хуй. Я буду тут ее ловить. Блять. Славик, ну я не знаю, лучше, по-моему, здесь на X5 с нами не играть, чем гайды записывать по календарю на Сирусе, нет? Можно гайды по календарю и тут записывать, тут уже такие... Да-да-да. Не, у нас запущено, но не так сильно. Ну что-то, по-моему, вообще яма. Ничего спину. Если бы там играли Варень, Тваса, Джерио, ну еще челиков 3-4 таких вот, как Варень, Тваса, Джерио, ебать, там бы просто в нашей гильдии стало топу, ну если объединиться. Милики, не бейте в лицо, зачем вы парихаст ловите для танка? Так тут нет парихаста. Есть парихаст. А с чего ты взял? Потому что я знаю. Это видео. Я от парихаста не раз ложился. На личе. Парихаст это фигня, на личе нет парихаста. Есть. Есть парихаст.
Да он троллит, он ядро писал и сейчас просто шутит. Я ядро писал. Дело в том, что Парихаст есть у драконов только. Кто там хотел в ДЦ спекнуться? Спекнись на боссе Пуша 301, да, спекайся в ДЦ на этом, на рейте. Я вам стопроцентную гарантию даю, что ни один из долбоебских разработчиков Циркуля никогда не напишет Парихаст ни на кого, кроме драконов. Даже на Лича никогда никто его не будет ставить. Чё там визит, подходи, где-то. Че, посмотри. Такая ситуация. У меня, например, 76 тысяч хп, да? На меня прошибает жнец на 30. И Лич бьет в среднем по 20 тысяч. И резко, типа, я умираю. Два удара, типа, залетает подряд. Ну, так ты знаешь, как жнец работает? Вот я знаю. Ну, я знаю, как жнец работает. Как жнец работает? Он тикает. Как он тикает? Ну, типа, он вешается и тикает. Как тикает? Бля, как чума. Пизда-то. И что потом происходит, знаешь? Просто тикает и все. И пульки босса. Вот смотри. Вот смотри, ты нихуя не знаешь, а я знаю. Я про жнец знаю все про эту способность. Я на него баг-репорт писал. Блин, а у нас варлока нету, да? Это очень плохо. Ты что, такое заметил? Ну да. Листобал, дайте лапу. Ну вот смотри. Сейчас там, подождите, друид. Друид, тебе надо, что в босса? Вот твой парихаст, в кавычках, это жнец, он сначала вешает 50% от автоатаки лича и вешает дебаф на лича, жнец душ. Через 5 секунд он тыкнет уроном от тьмы по танку. Потом в этот же момент, как урон по танку проходит, лич вешает на себя баф, жнец душ называется, и он на 5 секунд висит на личе. Блять. И на эти 5 секунд он увеличивает скорость атаки и заклинаний на 100%. Смотрите, там ДЦ будет один хилит, так что, ну там захилит, короче, но вы там тоже не врывайтесь. Где чисто у тебя волны? Это он работает криво, потому что я через раз вижу, как на лече появляется жнец. Ну, это уже проблемы циркуля. Недавно было такое, ну как недавно, может месяца два назад, то что жнец был физ уроном, это просто такой да, цирк был. Он до сих пор, наверное, у вас физ, только на сервисе увидел тьму. Я тебе просто так скажу, он дамажил по 70 тысяч, это нормально, да, по-твоему? Ребята, кто в порталы идет, я бегу туда, где больше всех порталов будет. Его несколько частей ветра заклинания, что дамажил 70 тысяч тьмой? Перед ордой, ували перед. Это падали просто от ваншота. Нет, я ну, точно не знаю, но по-моему жнец увеличивается урон от ну, чумы, нет? Вот с первой фазы, которая есть. Не-не-не-не. Нет? Там прописано должно быть по стандарту, если без... Останавливаемся, сразу летим, не останавливаемся. Да. Пиздец вы летаете, ну ребят. Ну сказали же, что вы летаете. Как инвалиды. Так скажи по часовой против часовой им. Что они там не понимают. Все на солома, да? Ком летаем. Стоял так же. Неужели это как слабый морды? Не останавливаем. По часовой лета. Сбору мордочки. Давайте, вас ждут 2 секунды ровно. Потом летим. Это будут последние порталы. Сейчас, кстати, жнец нормально работает. Знаете, когда выйдете, там рост под себя дадите. Снова мордочки. Собираемся. И так дамажит. Просто это первый раз увидел, когда пошел в обычку. У меня танк был 6.3, и меня ваншотнул лич жнецом. Ну там разные причины могут быть. Я не видел, это надо видеть. У меня было фулл хп просто. Ну типа я... не останавливаемся. Тут хреново работают. Я не поражался. Ну, потому что меня не было.
Я думал, типа, как всегда, жнец ударит, там максимум 20 тысяч, как всегда, и ничего не будет. Тут мне прилетело на 60 тысяч от жнеца бабочки. Че, подавителей не было ни разу? А, нет, были. Ну, это буквально было 2 недели такое. Тогда и 25 хамлича невозможно было танчить из этой херни. Надо просто прожиматься, вот и все. Ну, это понятно, что надо прожиматься. Ну, тогда он был физой, и клык не работал. И посчитай, его надевать ради хп только. Сейчас еще тьмой стал. Ну, да. Пояс, да-да-да, на мейнс. Ну, это хорошо. Хоть ханты шарящие с собой петов берут. Короче, у него тьмой прописан дамаг, причем тьмы вроде как резиститься должен. Ну понятно, что должен. Там десятки, типа мастер аур, все дела. Десятки там 50 тонн, 10 гер сколько? И 25 оп, 60 тонн. А в 10 на 25 гер 70 тонн. От тьмы. Вот это именно когда 5 секунд на танке заканчивается. Там типа смотри, лапка идет, резист. И то, что там даже если не прожимаешься, там не 70 тысяч ударит, а примерно 50. 60 с чем-то. Не, не 50. 50, то есть ты клык прожмешь. Защита она тоже вроде еще не ошибаюсь, она именно добавляет это все. Как это резист. Не знаю. Это не знаю. Защита это полностью все статы добавляет. Вот, блокирование, уклонение, при. Твой этот самый, кто он, в кавычках, парихаст, это. Друзь, и там возле выхода близко, выйди, пожалуйста, там трэш пока почисти, потом зайдешь в портал. Вешается, бах, на лича, жнец душ, быстрее просто бьет автоатакой. Ну типа, вообще вот на офе так самое проблемное было на лича, это две части заклинания, вот эта тьма, и потом он быстро типа бьет. Танки и ретаунтили просто, элементарно. Царей, когда ретаунтишь. Если ты не ретаунтишь, по танку тычка прошла, там он просел там на 10-20% осталось. И дальше он начинает бить, так он ваншотает любого танка. А если с прожимкой и с оверхилом в этот момент, то может и выжить. Просто на офе мало поиграли на версии 3.3.5а. А здесь много. И мы сейчас типа из этого мало убиваем лича. 25 хм. Ну, потому что ты посмотри, типа, даже убийство парагонов, насколько там мало дамажит все. Там заражение бьет по 10 тысяч максимум. Там танком медведя пробивает 20% хп. Покашет, и у нас ивент не запустится. Как это? Нет, он сейчас идет. Бежит. Чё ты смотрел такое? Пересмотри еще раз. Там его пробивает, и он там падал даже один раз на первом убийстве. Он падал, потому что он вылетел. Чего, нет, кого, нет. Кого у нас нет, почему ивент не запускается? Он вылетел вначале. Нет, он не из-за этого падал. Вначале он не упал, он стоял возле ловушки. Пересмотри видео, ты забыл, наверное, все. Да я смотрел раз 5. Я больше. Так что пересмотри. Короче, перед второй переходкой где-то упал. Ну, в общем, там дамаг был прям намного меньше. Ну так хули. Чё там было? 5%? Версия 3. Было в RG 3.2 или чё? Там морезки чё не было. 5% было баб, а не 30%. Там и дамаг был меньше. Проходи. Аспект танк выключи, пожалуйста. Это здесь главная проблема — это заражение. Постоянно, типа, если не прохиливаешь заражение на первой фазе, можно даже не траить дальше, смысла нету. Ну оно типа, если ты не прохиливаешь на фул хп, оно усиливаться должно. Так и есть, оно и усиливается, как надо. А вот уже на сколько усиливается? Цифры вот эти? Вроде на 10% с каждым тиком. Не-не-не, далеко не 10%.
конкретно прям начинает пробивать. Обычно 4 тика, и там уже даже невозможно поднять человека на фулл хп после этого. Там вроде 90% поднимаешь, и заражение спадает, да? 90? Да. Там на 100% захиливать не надо, только на 90. Хорошо быть, например, тем же ШПшником или Африлоком, который сам себя захиливает. ПЦшник налечит, конечно, рубит. Прям без всяких вариантов. Да, без ДЦ там никак не принести почти, вообще. Почти везде рубит, а вот налечил, прям столько рубит. 10 хм, ДЦ плюс любой остальной хил там проносится налегчайше лич. Ну что вы пообсуждали, почему с нами Славик не играет на X5, а кидает ради каких-то типов, чтобы, бля, писать им гайды в календаре. Не понимаю это до сих пор. Сейчас бы гайды на календарь писать. А что, тут писать гайды на жнеца, что ли? Ну, всякое интереснее. Шуты, я не знаю. Посмотрите, а тут все ждут. Даже Джейми не играет. Смотри, все тебе рады. У тебя даже есть с кем общаться. Там вон челик посмотрел видосы убийства Лича, там жнецы есть пообсуждать. Слави, я не знаю, ты много теряешь. Вот у тебя на сервисе там есть с кем жнеца пообсуждать? Да, есть. Мне кажется, нет. Так что давай, Слави. Тебя тут все ждем, все любим. Если ты еще не окончательно мужчина с нетрадиционной сексуальной ориентацией, присоединяйся к нам. У тебя уже один есть. Слав, если там такие тупые шимать, надо на календаре потом наливнуть. На выход из игры, Вадим, тоже надо хайд. Так вот... Лок с прошлой, типа, резки тут, ну, которая только что была, которая заходила и, типа, его сложила, потому что он сорвал агро. Или он уже все вышел? Да, он там через программки играет, забей. Он там уже типа есть, типа, мог бы макро скинуть. Да, мог бы макро скинуть. Скрипты юзает по-любому. Который просто убирает все баги в аддонах и, типа, так далее. О, скинь его в Дискорде. У меня там был какой-то макрос, только он что-то на X5 не работает. Типа разбагивает рекаунт, когда типа не показывает цифры просто на одном месте. Combat entry clear, там что-то такое, да? Сейчас скину. В какой чат кидывай там? Да, хоть куда, там, в роули, куда сможешь. Ты, говорит, Варенька, прикинь, этот челик мне, говорит, удалил мой канал, написал там уже куда-то, был в общалке какой-то в этом. ВКонтакте, говорит, мы, говорит, удалили твой канал, нахуй. А теперь он мне говорит, ебать, мы тебя тут все любим, все ждем, ебать, удалил мой канал, сука, в Дискорде. В ролл скинул. Как ты мог, блядь, мой канал удалить? У вас недостаточно прав для просмотра истории сообщений на канал. Вы чё, блядь, права сняли? Чё, Славик, ты про меня говоришь? Я у тебя там удалял какие-то каналы, да? Ну, так ещё и прав нету нихуя, я чё, блядь, ничего не могу, что ли? Сука. Вот, я скинул в этот, можете переписать его. Вот ролик, снимает. Товар. Ну, да, это... Так я не понимаю, что у меня тут на X5 вообще, скада вообще не работает, через раз. Так вот, нажимаешь этот макрос и всё, и всё работает. Нет, такой самый макрос, я думал, там другой какой-то будет такой самый. Скада я не пользуюсь, не знаю. Нихуя там Рок убежал вторую сагу. Заведи ее. Бомба. Наверх. Наверх, Бомбу. Поднимайтесь. У Тинра, честно скажу, мой любимый босс. И почему, сука, на нем на Сирусе столько проблем? Нет, проблем нет. Здесь то же самое. Отдохнут от людей, которые не могут вовремя остановиться. Они тупо дамажат и дамажат им по кайфу. Под освобожденкой ебашит. Да у меня глыба лишние замораживались, блядь. Чек. Я говорю, нахуй, не буду больше рейд делать. Заебало это всё. Инстантия вара убегайте за ним, чтобы не получать фир. Ты ж в
курсе, Варенька, там этот лимон играл, он ливнул, сука, с гильдии, где я остался. А когда мы туда приходили 5 месяцев назад, в мае, где, мне все говорили, вот, водерейды, блядь. Так ты сам всех выжил. Консул лут какой-то там придумал, че попало. Ну, что там, блядь. Нехуй нахуй. Да, консул так, нахуй. Вот такой я вредный, блядь, пидорас, нахуй. Да. Вот и все, играй там один теперь. Вот, да хули они ливнули тоже, блядь, твинночкой со своими там, они пвпшили больше. Пускай пвпшит. Я бы тоже ливанул, Славик. Прости, пожалуйста. Ты правильно, нахуй. Трэм, вернись. Хан, да сейчас. Ты в курсе ситуации, из-за чего не ливнули? Хан, зачем ты выходишь, если ты не знаешь точку, где остановиться? Задержишь просто рейд по имовам крутым. Спасибо, что остались там. Это Пант Барбарос. Че, как вы задухли? Ну там Хаунтер встал, ну, там где надо. Зайдите в комнату, я посажу. Зайдите в комнату все. Идите в комнату, захитите людей сейчас. Идите в комнату все. Что-то мало дамажит этот взлет. Вообще очень мало. Да, здесь слабо очень. Сейчас сагрит. Пулять а, потом, потом будем, короче, пулять ее нормально все. Потом спустим. Ты можешь выйдешь с чата и не будешь писать во время того, как садят синдром. И зайдешь в комнату. Ладно, не спускайте, потом спустим. Так, а 4 хила, там 2 шамана, хапау, и это уходим. Там опять спускать. Зайдите, блять, в комнату, нахуй, не люди. Блять, тут 2 хила как надо, потом бы ее собрали. Конечно, чё, забей, не сиди, нахуй это надо. Сколько, блять, можно говорить. Посадилась. Так она так бьет мало, что там, блять, пулить ее сразу со взлетки и все. С посадки. Конечно, мы так и делаем, не надо ничего сажать. Да мы на балконе бьем, возвращайтесь, че-то на балконе, на лестнице бьем и сюда. Не советую, тут на все на серве бьют, тут, типа, люди не привыкли к этому. Убивали, нормально. Ну, дайте тут. Мы привыкли, просто с X1 мы уже так просто убивали много раз. Так можно ее в любую сторону держать, бордой. Конечно, разницы нет. Для нормальных пацанов разницы нет, для нубов мы привыкли. Давайте фулбаф. Там ставили мама, починьтесь, там кому надо починка, там падали много. Давайте, кушайте рыбу, чек на пул. Подожди, подожди. Просто резист не одел. Сейчас сколько мы здесь ссылка? Час 10 где-то. Час 45. Ба. Так, минимум час, 2 шамана, хапал. Я в Ашеме еще. Угу. Готов. История любви тут. Вар, смотри там, пуляй как будешь готов. Только не пуляйте раньше Вара. Так, я не знаю. Ну как просто обычно. Хуяри её. На себя потом повернуть? На 90 градусов? Да. Окей. На пути главное. В другую сторону потом повернешь, когда после фазы, после... Я сейчас так сделаю, сейчас он отдохнет. Смотрите, это обычка, там у нас так как и набирать, там 10 можно держать, но там сами. Так, сейчас будет притяжка, кто все отбирать. Смотрим, бежим. 11 стаков. Ну-ка. Я понял.
понял. Я за ШП выживал при 22 стаках. Тут, короче, листочек. Смотри, он когда притягивается, она кастовать начинает только когда всех притянула. А там, когда они еще летят в воздухе, она уже каст начинает. Приду, можете не давать, у меня есть расовая билка хуманская. Смотрим, прячемся, по центру падает, видите, бездос точно. Чуть правее, чуть левее падает. Сзади, справа. Да, тузан летит. Бейте самый правый склеп, остальные пока не бейте. Там же падает. Бейте самый правый и все, и левый. Слева падает. Все, можете разбивать. Разбивать, разбивать. У нас три взлетки по стандарту. Че тут две будет? Там просто баф на 20%. Ой, вот сейчас притяжка будет, а то я добегаю. Бежим. Пятая магия на Да, так сейчас взлетка будет. Бежим наверх, наверх, через метки вниз. Так же самое, видите, с дотом, смотрите, прячьтесь. Слева падает, чуть по центру. Там же. Право, центр. Лево, близко. Все, можешь разбивать. Короче, там у диэлектрика, там компьютер там. Ну, первую в сторону, вторую в рейд, только близко не становитесь, то на половинке станете, если сестра будет тут стоять, то надо будет поставить метку где-то вот тут, где печенька. Не под босса, подальше от босса, да? Да. Еще человек, это вот так, правда. Она дергается, начинает, да? И она стаки не скидывает, пробивая через метку. После второго склепа сменишь меня. Дерен, в сторону. В сторону, Дерен, Дерен, в сторону. Подъеру. Давайте, милик, идите склеп ковыряйте, не, потом, после следующей под босса. Юзель под босса, ушли рейд. Нет, слишком. Рейд, отойдите от друида. Ченька, отойди. Близко. Давайте тут ближнюю разбивайте, давайте рост в следующую сторону. Ближнюю ту не разбивайте пока, в следующую сторону. Сейчас все разбивайте ее. Разбивайте фло на сторону. Ух ты, блядь. Пал, смени меня. Меняй паладин. Мелетите, ковыряйте скреп. Лучше разбейте быстрее. Следующий под босса. Кто там? Дрэнд, по-моему, под босса иди. Ушли, рейд ушли. Разбивайте. Жмите, пал. Чтоб чё-то не слышно. Сейчас понял. Следующий в сторону. Ушли рейд. А, этот, в сторону, да, в сторону. Паладин и диски. По-моему, сейчас притяжка будет, не знаю. Давайте, бейте, короче, милики, ковыряйтесь. Паладин и диски не стаки. Так, давайте, следующий под босса будет притяжка. Они молчат, оставайся, а рейд ушли. Уйдите, рейд, шаман, уйди. Кто там?
Это бесполезно, если. Это никчемное. Как соответствует сверху. Ближний склеп, через дальний склеп не разбивайте. В следующую сторону все разбивайте. Ровно в сторону. И добивайте синдром. Можешь не менять, у меня прожимок хватает. Следующий тоже в сторону, если будет. Просто. Луна в сторону. Наконец-то. Свободно. Ковать на мейнспик надо кому? На наваров идет? Нет. Нет. На хостовых идет. Это можно одеть вару, если ничего нет. На хостового вара идет. Покорите. Лучше с РС-ки, там типа побольше будет силы. А с РС-ки топ. Бернарда брал печеньку. Бориться. Отдавай, он говорит, не брал. Это, мне что, в хиле оставаться или нет? Да, побудь в хиле. Да, диэлектрику либо на Кенни уже все у него в компьютере да осталось. Есть там в дискорде пара ДД на Лича, 25 обычка. Хотя ладно, так убьем, это сейчас они лететь еще будут их ждать. Лёхич, покажи, что там нахилил. Я особо по рейду не гулял, короче. Я понял, как сейчас захапало тут позиционироваться, нормалёк. И двух танков хилю, и тебя не притягивает, короче, и стаки скидываешь, нормально. Давайте там чек на пул, там, чтобы бафа надо, пишите, я там запущу, пока принимайте, вас добафают. Понял, вроде как. Как чё? Стихия, рога тут. Запустил. Так, ну, знаете, да, чуму в печеньку выносим. ДК где-то тут будет танчик, где я стою. ДК? В смысле, этот вар. Где-то тут будешь танчик. Да, я знаю. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслужил. Чё, палки на тебе, да? Да-да-да. Там, ребята, напоминаю, вещи с Лича, но усмотрение... Через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством... Если будете тупить, то... ...моей безграничной мощи. Сейчас не могу дать. Да будет так. Герои в атаку! Там выступление поснимайте. Я чему подисплею, да? Ага. Я подисплею как хит. Лёх, на мне миленький. Вот, я чума 3 секунды выносим куртопалу. Чума на... Докопка сейчас будет сделать. Бери Танила Китэш тоже забирает возможность. Ого. Что там прилетает? Чума, 3 секунды, а то мы выносимся. Не в том шмоте танчу, не забыл перейдет. Танчу. На переходке будешь танчить тоже.
Нет, у меня типа там много комплекта шмот. Чума, 2 секунды, последняя, вынести. Так, чума, она. Забери вот этого моба с рейда. Какую-то там луну поставил. Сейчас найдем чума, куда-то. Вступление снимите. Там ревнух не сработал у паладина. Каплю протопал. Нет? Странно, что протопал не сбивает им косты. Напомню, что это было дух. Ванёк, поснимай сало на станок. Угу. До пульте следующего духа, Навара. Сферы, бейте сферы. Вроде говорят, как ты не сбивать этих гневных духов. А мы, кстати, сбивались? Угу. Интересно. Сейчас кто лича танк? Эвар? Да, давай паладин потанчи, только паладин прожмися, пусть вар духа добивает. Сферу бейте. Сейчас заберет. Сферу бейте. Заберу. Духа добивайте. Уже отдохнул. Все, давайте в печеньку становимся. Слейте там духа в печеньку, становитесь. Валькиром становок и сливаем. Играйте 3 печеньки, дайте мастаны там такое. Так, вышли осквернения. Вышли осквернения, раз остались. Ну да, веди в центр. Я после наношу. После печки валькиры будет осквернение. И нарфулеон, дайте. Давайте всех в квадрат, чтобы в одну сторону полетели, потом разбежимся. Так, готовьтесь выбегать. Готовьтесь и выбегаем. Осквернение. Блин, конися. Вышли со осквернения, вышли. Давайте, в валькире играем. Хилы РД на рейнджу сразу набирайте. Дайте иннер фулионе, блин. Дайте иннер фулионе, дайте гимноману. Давай гимноману, блин. Так, мирики вышли, осквернение сейчас будет. Вышли мирики. Так, анимал джаз. Давайте, вальки встанем, вальки сливаем. Куда-то становитесь, на эту сторону полетим. Давайте. Что там? Играйте по валькирам. Там что-то порядка 45. Да. А вот добивайте, 45. Вальки, не успеете. 45. Валькир добивайте, не успеете перевести. Вышли осквернения, рассосались. Лежница. Спасибо, спасибо. Ладно, пожалуйста. Страхую. Переводим, да? Уже да, стоит на игре, переводим. А весь еще вижу. Ха-ха-ха, теперь. Протопал, найди меня. Протопал, найди меня. Научу тебя танчить правильно в гневных духах. Смотри, сюда иди. Треугольником становишься? Треугольником. Видишь вот так вот, как я? Блядь, встань сюда. Он за мной бегает. Качана духа, отвернуть друг от дружки. И стой, паладин. История любви, отойди. Под мордой. Танчим гневных духов, только из нас ловит один дыхание. Понял фишку? Ник, что там по ХПС? Далеко, не? От тебя. Главное, бежишь. Ну, короче, если... Ну, ладно. Ч
Че, может, Геру сейчас дадим, потому что два гневных духа? Да не, нормально. Играйте в духа, который с меткой с печенькой, играйте, то его пока не трогай. Давайте, забери, фаза пошла. Забери Павла. Забери с меня, Павла. Так, трейлер. Готовимся хилить человек. Хильте человека сейчас будет засасывать. Слава, соберешь там кассу, знаешь. Добейте гневного духа, давайте. Добейте. Это не я. Я повел уже. Уходите за лечом, там хиллер. А сколько скорнили? А скорнили, не роняйте. Он почему-то не свернул. Видишь, что он на тебя оскорнение притырится мертвым. Таунти на себя духов. Пол. Оскорбление вышли, милики. Рассоситесь. Слишком быстро. Врачи с плечом, там паладин похлопает. Да и чё спину? Сейчас надо будет захилить человек. Милики вышли, осквернение, смотрим на ком-то. Все, стоим тут, добиваем. Да, канают. Можете кидать. Варом кидайте. Если дрэги еще были. Ну чё, Лёх, линкуй. Ну чё там, намного? Ну такое. Чё, 6к ДПС нормально, да? Мне уже можно в Геру, да? Просто шаман с волониром. Из этого он тебя перегоняет на каждом боссе. Ну да, у него там ещё чешка, по-моему, нет? Хила. Как бы ты там не хилил, типа волонир делает своё. Ну да. Ну, типа, а абсорбит. Чисто влечали, ребят. А что-то ничего не понял, как анимал нахилил почти миллион. Свет, что ли? Шагай. Мне правосудие у него на первом месте. Тебя следует. А, нормально. Да, смотри-ка внутрь, он правосудие света тыкал. Вообще красавчик. Взял хилу, у меня забрал 700 тысяч. Вот это жук. Только хпс набиваешь, типа холи палом, за счет желтой джаги. Ничего больше. Ну, все еще стальками бегают. Типа твоя джага, она намного, типа вообще больше не хилит. Она одинаково хилит. Что танковская, что ретриковская. Только танковская набирает еще агро. Именно желтая джага. Было бы хорошо, если бы хапало там план был бы, чтобы джага не 20 секунд висела, скажем, минуту. Забываешь обновлять. Просто всегда типа удивляло, когда хули паладины пишут: «Эй, дебилы, не бейте, типа желтый джага, я тут больше хилю». Когда она хилит типа в процентах и не зависит от того, кем ты там играешь, хули паладином, протопалом, либо ретриком. Коза, ну тут не достигну, мне кажется, не знаю, как работает. Я думал, типа, если бы он танк правосудия не жал, то я бы, наверное, больше дал, нет? Ну, ты типа только хп себе этим набиваешь. А от хила больше не становится по рейду. Только циферки в рекаунте другие. Не знаю, я вот этого никогда не понимал. Ну как это, типа, хпс больше не становится, а циферки другие? Ну смотри.
Этот ХПС просто уходит ретрику, который, например, бил желтой джагой, а и убавляется тебе, который бы мог быть твой. Смысл? Так вот, типа, что смысл? Зачем ретрику эту джагу тыкать, я не понимаю. А какая разница? Для тебя надо, типа, чтобы цифры были в аккаунте красивые. Надо, чтобы его там ник был. Хапала не хилит больше. Не кажись, сюда. Дурь. Если хотите, сейчас можно в ВК заспать, в вторую сходить. Через нам скажу. Аркус, домайн спек. Нормально, ред никто не тупил. Все свои, пусть все ролят. Не, и кадр спать обычку. Серенаску. Тихо, нахуй. Ебать. Шаман. Завоеватель. С полонером еще и Серенаску забрал. Как ты делаешь? Это я типа элемом шел. У меня так пиздец, когда я забираю это РДД-чешку на хули пала, делаю хастового хп.